У специалистов Европейского космического агентства ЮКА, похоже, есть повод для волнения. На Земле так и не получили сигнал о посадке на Марс зонда Скиапарелли. Аппарат должен был примарситься около 18 часов по московскому времени и передать сигнал с поверхности Красной планеты. Но специалисты не теряют надежды. Если сигнал все же получат на Земле, это будет означать, что в течение 3-4 суток зонд будет производить исследования марсианской атмосферы. Марс по своим условиям наиболее близкая к нам планета, где мы находим ряд состояний, которые могут быть благоприятными для жизни, говорит гендиректор ЕК Ян Вернер. Так ранее атмосфера на Марсе была лучше, чем сейчас. Это же касается температуры. Была там и жидкая вода. Так что, если есть жизнь в нашей Солнечной системе, помимо Земли, то в этом плане Марс самая интересная планета. The most interesting planet. Судьба Скиапарелли все еще вызывает беспокойство специалистов. Между тем подтверждается, что орбитальный блок ТЖО успешно перешел на орбиту вокруг Марса. Ученые в Дармштадте встретили известие об этом криками восторга. Корреспондент Евроньюс передает из Центра управления космическими полетами. Здесь, в Германии, в Центре управления полетами, есть ощущение незавершенного дела. Однако есть у нас и хорошие новости. Орбитальный модуль ТЖО вышел на орбиту Красной планеты. И этот космический аппарат может быть полезным для научных исследований на протяжении многих-многих лет.